Продолжается прием работ на фотоконкурс «Море по колено». До 30 июня каждый может принять в нем участие. Для этого на портале города Рассказово в разделе «Конкурсы» нужно загрузить фотографию и придумать к ней историю. С каждым днем участников становится все больше, и каждый творчески подходит к девизу конкурса «На что вы готовы пойти ради поездки на море?». На данный момент уже представлено 18 работ, причем 7 из них от одного участника – Никиты Гребенникова. Сделать ради поездки на море он готов многое – защищать родину в любых подразделениях и преодолеть все преграды. Еще одна из участниц конкурса, Софья Котова, обещает, что ради поездки на море будет делать только добрые дела. Воспитатель Алла Куник готова бесконечно дарить свою любовь и сердце детям. И здесь же приводит стихотворение о море. Светлана Жутова рассказала историю о дельфине и о том, как ждет новой встречи с ним. А Виктория Грибова готова связать коврик ради заветной поездки. Интернет-голосование пройдет с 1 по 6 июля. Из пятерки лидеров конкурсная комиссия выберет победителя.